В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте altes-td.ru. Сегодняшняя тема наших занятий будет изготовление крышки колпака на дымовую трубу. Вот, если мы сейчас это все нарисуем, это у нас боковина, и с этой стороны тоже также боковина. Здесь у нас идет кончание, и нам надо изготовить крышку, вот такую крышку. Вот так-то она пойдет на колпак. Почему нужно изготовить эту крышку? Потому что здесь у нас три дыма идет. Но здесь проекции не видно, здесь вид сбоку. Но здесь зато хорошо показано, что нам нужно сделать. Нам нужно вот такую сделать, такой зонтик. Такой зонтик, полукруг. Красивый. Для того, чтобы закрыть вот эти вот три дыма, которые у нас имеются. Вот. То есть наша задача – это вот эта верхняя часть. Это верхняя часть. То есть надо сделать крышку с полукруглым зонтиком таким. Вот наша задача. Сейчас это все будем изготавливать и вам показывать. Установили нашу заготовку металлическую, металлический лист железа оцинкованный. Отмерили размеры. Вот у нас какие-то по нашему рисунку здесь у нас 775, а здесь 1270 миллиметров или 77,5 миллиметров ширина. И длина у нас 1,27 м. Ну и здесь у нас три дыма. Раз, два, три. Замерили расстояние от нижнего края, тут 150. От этого края у нас 28 или 280 миллиметров. Соответственно, здесь то же самое. 280 с правой стороны от правого края. Ну и сейчас это все переносим на металл. И, соответственно, даем вот здесь вот припуск. Вот сюда вот немножко заведем наш. Нам, собственно говоря, надо вот здесь вот сделать такое прямоугольное такое отверстие. То есть оно должно быть на сантиметр больше вот сверху, сантиметр больше снизу. Вот сейчас мы это все будем переносить. Для самых любопытных фанатов фальцевой кровли
А я знаю, таких немало, есть бодрящая новость. В рамках международного проекта «ФАЛЦ» онлайн обучение кровельщиков по металлу будет проводиться смешанно, то есть в начале установочные занятия 15 дней в оборудованной кровельной мастерской, а затем, для закрепления полученных знаний, обучение 2 месяца, но уже онлайн, по тарифу оптимальные 40 тысяч рублей. Сочетание онлайн и офлайн обучения кровельщиков на начальном этапе – это революционный прорыв. Это полноценное, систематическое, полное, завершенное качественное обучение, совмещающее самые лучшие стороны, как онлайн, так и офлайн обучения. Санкт-Петербург ему выдает премию в сумме 200 тысяч рублей. Второе место, это часть колледжа, можно работать здесь при желании. Так, здравствуйте. Да, ну что вам, отвечали, вроде бы неплохо. Давайте вам рисовал. Теперь пройдемте. Есть вопросы? А что, он не поставил оценку, да? Всем здравствуйте. 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 Я вас веду в помещении по кровельным работам. Начало наших замеров и нанесения размеров нам нужно определить, если у нас вот здесь вот угол, вот если у нас здесь угол 90 градусов, измеряем это специальным таким угольником Свенсона, называется, так он выглядит. Со всех сторон четырех это все надо замерить, чтобы у нас были острые углы. Чтобы у нас были углы не острые, а 90 градусов. Вот как здесь все нормально. То же самое делаем сверху.
Так, 30, это у нас 30. 30 сантиметров добавим. Вот и сантиметров. Так, у нас имеется. Так, имеется у нас. Так, что у нас имеется? Мы вот это 30, мы его увеличили на 1 сантиметр внизу и на 1 сантиметр вверху. Вот. Почему? Потому что если мы добавили вот 1 сантиметр вниз и добавили 1 сантиметр вверх. Для чего? Для того, чтобы у нас вот это наше прямоугольное отверстие было больше вот этих вот дымов. Первого, второго и третьего. Понятно, да? Поэтому мы сюда добавляем по сантиметру.